работает транспорт, работают люди. Не так думаешь о войне. Конечно, лучше, удобнее, потому что я живу в Насалтовке, в том районе, который интенсивно обстреливался, и у нас транспорт не было транспорта. Ближайшее метро это было у нас две остановки Барабашова. Вот. Поэтому очень неудобно было добираться. Если куда-то нужно доехать, это было очень неудобно. С запуском этого маршрута, конечно, все стало намного легче.